Торопливо, с неподдельной улыбкой, генеральный директор выставки «Россия» Наталья Виртуозова рассказывает Владимиру Путину, насколько большая команда работала, чтобы всероссийская экспозиция без сбоев принимала гостей все 8 месяцев. Это волонтеры, техники и, конечно же, врачи. История медиков удивила президента. У нас посетитель сломал ногу, мы ему всю помощь оказали, посадили в карету скорой помощи, да. И отправили в травмпункт. А спустя несколько часов смотрим, а он вернулся и с гипсом продолжил осмотр экспозиции. Посмотреть действительно было на что. Каждый из 89 регионов старался сделать свой стенд ярким и запоминающимся. Удивлял самобытной культурой и достижениями. Экспозицию Мордовии за время работы выставки «Россия» посетило больше 570 тысяч человек. Республика провела 130 больших культурных, молодежных, образовательных, деловых и спортивных мероприятий. Но главное, отметили организаторы, это объединение регионов, знакомство, прямой открытый диалог и взаимная поддержка, которые зародились на ВДНХ. За время работы выставки мы стали большой дружной семьей, где каждый готов поддержать друг друга. Я очень благодарна, что была такая акция в поддержку Белгородской области. Белгород, наши сердца с вами. Спасибо нашей семье. Пока мы все вместе, мы непобедимы. Масштабы и колоссальный интерес к выставке подтверждают цифры. Более 2,5 миллионов человек посетили ее несколько раз. Обойти все павильоны за один день было просто невозможно. 8 месяцев выставка работала, да? 18,5 миллионов человек ее посетило. Это само по себе говорит об огромном интересе к выставке. Но только за тот период, когда мы продлили ее на несколько месяцев, по-моему, 7,5 миллионов уже пришло. Огромная цифра. И вот участники всего этого события говорили и о международном интересе. Действительно, по-моему, 120 делегаций. Более 120. То есть делегации из 120 стран приехали сюда и посмотрели. Выставка официально закрылась, но на самом деле продолжит работать в другом формате. 1 июля Владимир Путин подписал указ о создании национального центра «Россия», а губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров предложил запустить филиалы в регионах. Национальный центр будем создавать на площадке «Экспо». Это решено. И, Владимир Ильич, так же, как вы предложили, будем делать это и в регионах Российской Федерации. Это должно быть... Вот хотелось бы, чтобы это было так же ярко, как это получилось у вас. В этой связи я очень рассчитываю на то, что команда, которая у вас сложилась, она и будет задействована в продолжении этой совместной работы. Национальный центр «Россия» станет выставкой про регионы в миниатюре. Светлое, яркое здание, при этом с народными мотивами в оформлении, с вологодскими кружевами. Открыть национальный центр планируют уже в сентябре, а затем к реализации идеи приступят регионы. Светлана Лашина, «Наши новости».